Районный историко-культурный центр был создан в 1998 году. Его постоянная экспозиция представлена историей Видновского края с древнейших времен до наших дней. Знаменательный этап жизни Ленинского района – строительство Московского коксогазового завода и города Видное. На стендах, посвященных этому событию, выставлены экспонаты, рассказывающие о той эпохе. Благодаря создателю и хранителю общественного музея МКГЗ Анатолию Михайловичу Куванову, им была собрана большая коллекция, посвященная истории города Видное и заводу Московскому коксогазовому. К сожалению, в связи с тем, что помещение музея требует ремонта и не может быть открыто для общего доступа населения, мы это помещение используем для хранения наших музейных фондов. Бывший заводской музей располагается в доме по Заводской улице и находится в оперативном управлении районного историко-культурного центра. В залах музея находятся не только орудия труда, которые использовались на начальном этапе строительства завода и поселка, но и предметы крестьянского быта. Деревни, на месте которых разрасталась Видная, постепенно уступали место многоэтажным домам. Хранитель и собиратель этой коллекции Анатолий Иванович Куванов, как он, перед тем, как деревня Тимохова должна была быть разобрана и на этом месте должна была быть возникнуть улица Советская, он приходил к жителям этой деревни и забирал все то, что можно было у них забрать. Вот. Благодаря этому у нас сегодня в музее Куванова находится и прялка, и счесальная доска, и стиральная доска, и хомут, и колесо. И все это не вещи откуда-то издалека привезенные, а это все вещи, которыми пользовались в течение 20 века крестьяне города деревни Тимохова и деревни Жукова. В музее собрано и много предметов быта первостроителей. Вот эти угольные утюги, которыми они гладили. Во время строительства не хватало электричества, а на танцы надо было идти. И девчонки гладили свои юбки, юбчонки, рубашонки, блузочки вот в таких утюгах. Насыпали сюда углей, закрывали, потом вот так вот размахивали, он нагревался, а потом гладили. А перед этим, пока они гладили, у них на примусе, вместо газовой плиты готовился обед. Здесь наливали керосин, накачивали, поджигали, и он горел. Ставили на него кофейничек или сковородочку, если есть что пожарить, и прочее. Вот эти экспонаты, вот эти предметы, которые окружали, по сути говоря, ну, можно сказать, наших родителей, которые были здесь и строили этот завод. В этом году городу Видное исполняется 50 лет, а в 2016 году 65 Московскому коксогазовому заводу. То, что построили завод, это очень хорошо, но коллектив завода сделал очень большое дело. Ведь коксогазовый завод был флагманом черной металлургии. Это единственный коксохимический завод, который был, как бы сказать, для вот сам завод был выставкой для коксохимических предприятий. Обычно коксогазовые заводы называли коксогрязевыми. А наш завод называли завод-сад. Без прошлого нет будущего. Крылатая фраза. Заводской музей – это наше прошлое, можно сказать, героическое. И очень важно, чтобы молодое поколение знало о нем. Не может быть двух мнений о том, что этот музей, который является по факту не только музеем коксогазового завода, но и музеем истории города Видное, городу Видное, необходим. Заводской музей – большое поле для поисково-исследовательской деятельности. К примеру, вот этот бетонный шар. Возможно, был установлен в год выпуска первого кокса, а может быть, в год сдачи первых домов. А где именно, пока остается вопросом. Уважаемые жители, если кто вспомнит, где и когда он был установлен, позвоните по телефону в историко-культурный центр 8-903-130-04-98 и 8-495-541-40-98.
Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».